красивая планета. Может быть, приземлимся здесь? Вау, вы только посмотрите! Разве это не замечательно? Но это может быть опасно. Помолчи, не ты тут главный. Эй, вы, пора расслабиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, как всегда. Эй, ура! Да! Дамы и господа. Давайте, ребята, за работу. Не могу поверить, что это ты сказал. Катастрофа. Гнуфы. Петула. Да помолчите! Ребята, смотрите, он летит! Не прошло и 5 лет. Наконец-то научился змея запускать. Да-да, вот и я о том же. Эй, завтра же первый день весны. Почему бы нам не посадить какие-нибудь цветочки, а? Цветочки? Проблема цветов в том, что к ним очень быстро привыкаешь. Ты что, забыл, какой шум поднял малыш в прошлом году из-за своей драгоценной петулы? Это было ужасно. Не напоминайте мне. Моя маленькая петула, тебе жарко? Хочешь на свежий воздух? Не молчи, дорогая. Сегодня неблагоприятный тип погоды, да? Надеюсь, ты не заболела. Пойдем, выйдем на солнышко. Тебе лучше? Свежий воздух должен пойти тебе на пользу. У меня отличные новости, температуры больше нет, и завтра вы снова будете как огурчик. Спасибо, доктор, что прописали эти чудо-капли, без них я никогда бы не одолел вирус. Что? Доктор? Это то, что надо петуле! Зачем? Ей не здоровится, она такая бледная в последние дни. Не хочу тебя разочаровывать, но доктора здесь на дом не выезжают. Ну и что? Я уверен, в интернете можно найти все необходимое, чтобы стать доктором. Супердок, вызывали? Что вас беспокоит? Меня беспокоит его состояние. Он свихнулся из-за своей петулы. Думаешь, ему нужна профессиональная помощь? Тогда ему лучше встать в очередь. О чем ты? Мы совершенно нормальные. Это вы так думаете? Для начала померим тебе температуру. Не хочу прописывать антибиотики, от них появляется зависимость. 17,5, температура слишком низкая. Думаю, классическая музыка должна помочь. Как насчет Верди? Немного освежи твои листочки. И специальный спрей, чтобы не лезли мушки и жучки. Охладим тебя. И согреем. Хватит играть в доктора, это уже слишком. А вот и нет. Не беспокойся. Скоро твои корни наполнятся силой и энергией. Во всем можно найти положительную сторону. Завтра можешь не ходить в школу. Не стало лучше, петула. Нужен еще спрей. Я уверен, ты вырастешь большой и сильный, прямо как дуб. Эй, малыш, блинчиков нам не сварганешь? Штучек 10 на каждого. Тихо. Похоже, кто-то скоро превратится в сухарь. От сухарей я бы тоже не отказался. Ну и я. Тише. Имейте уважение к больной. Петуле не здоровится. Ей не стало лучше? Нет. Я сбрызнул ее спреем, но ей ничего не помогает. Не знаю, что делать. А ты давал ей чудо-капли? По телеку говорят, помогает? Нет, но мы слушали Верди. Обычно это работает, только вот не с петулой. Нужна попса, что-нибудь типа Бритни Спирс. Я уже все испробовал. Ей не помогает ни одно лекарство. Но, может, стоит попробовать что-нибудь новенькое. Говорят, нетрадиционная медицина творит чудеса. Тебе все равно уже нечего терять. Нетрадиционная медицина — это идея.
Блинчиковая диета! Мне больше по душе. Совместим полезное с приятным. Почему нужно говорить с растениями? Попробуй вспомнить свое детство. Что ты чувствовала, когда у тебя начали появляться ростки? Ты считала себя уродливой? У тебя есть комплексы? Это бессмысленно. Если хочешь заниматься иглоукалыванием, нужна специальная шляпа. Я поставлю иголку в середину меридиан. Это откроет твою третью чакру. Нет, это пустая трата времени. О, великий дух Шайена, исцели Питулу, прошу тебя. Этот красный танец вождя должен помочь. Нет, это тоже не работает. Ты моя последняя надежда, Будда. Направь свою светлую энергию на мою зачахшую Питулу. Ей нужен свет и тепло. Черт подери, это конец. Похоже, мне придется с тобой расстаться. Отправляйся к своим предкам. Успокойся с миром, дорогая. Кто раздает? Наконец-то повезло. Давай же, не тормози. Гига, мы видим все твои карты. Ох ты, мошенник! Всегда это знал. Бабка Пиранья, я собрал целый комплект. Ура, я победитель. Мне, как всегда, не хватило только ската. Не везет, так не везет. Никак не выиграть. Ха, я вас обставил. Смиритесь с этим. Ну что, еще разок? Ну ладно, ладно, как скажешь. Да, только живенько. Еще так, еще. Эй, малыш, не хочешь с нами сыграть? Нет, нет, спасибо. Я что-то устал. Пойду посплю. По-моему, он неважно выглядит. Желтоватый какой-то. Наверное, он очень расстроен. Я всегда говорил, псих. Это из-за Питулы. Да. А сегодня упал ее последний листочек. Значит, все зря, ни один способ не помог? Нет, ну что поделаешь, дорогие? Жизни всегда приходит конец. И момент, когда листьям пора опасть. Бедняжка не знает, что растения не умирают. Они разлагаются и питают корни других растений. При такой поддержке и любви совсем слабенькие побеги вырастают в красивые, сильные растения. Нечего грустить. В твоем возрасте уже можно сказать правду, а не придумывать какую-то нелепую сказку про взаимное уважение в растительном мире. А вы уверены, что это хорошая идея показать малышу все эти ростки? Они не вызовут у него негативные эмоции? Да ладно, пойдем разбудим его. Доброе утро, фирма Гнуф и Ко желает вам приятного аппетита и хорошего дня. О, спасибо. Смотри, что у нас для тебя есть. Они так похожи на маленькую Питулу. Кошмар. Ой, не начинай. Но я должен был ее спасти. Помнишь фильм «Инопланетянин»? 100 раз его видел. Когда инопланетянин потрогал цветок, он его оживил. А я ни на что не гожусь. Я не смог помочь Питуле. Ты же не виноват, что у тебя на кончиках пальцев нет батареек. У тебя пальцев-то почти нет, так что хватит винить тебя. Знаешь что? Я, пожалуй, посажу их на могиле Питулы. Ты сможешь это вынести? Будет непросто снова туда пойти. За кого ты меня принимаешь? Я не размазня. К тому же Питуле это бы понравилось. Эти маленькие ростки должны познать вкус свободы. Привет, ребята. Здорово, как спалось? Привет, привет, как спалось? Все в порядке. Хочешь посидеть с нами? Спасибо, но нет. Я иду сажать эти цветки рядом с Питулой. Ты уверен, что выдержишь такое испытание? Ты не расплачешься? Нет, это все пустяки, я же мужчина. Удачи, малыш.
Ну все, надо было брать компас, сейчас будем опять плутать целый день. Ну не целый, впрочем, да, ты прав. Ладно, кажется, это было где-то здесь. Ух ты! Не верю своим глазам, Петула! Она так выросла! Умница моя! Вы только посмотрите! Похоже, она поправилась. Значит, твои лекарства наконец-то помогли ей? Ух ты! Никогда не замечала, что растений нет рук. Хочешь сказать, как у тебя? Невероятно! Жизнь так и бьет ключом из этого маленького растенеца. Ты прав, кто бы мог подумать. Но кто ее спас, я или природа? Какая разница? Главное, что ты тоже в этом принял участие, малыш. Да, наверное, без меня ничего бы не вышло.